Здравствуйте, уважаемые зрители портала missonets.ru. Мы снова находимся на Волжском Косогоре. 17 апреля здесь был обнаружен новый обвал грунта в районе тюбинговой трассы. Напомним, 5 апреля произошел большой обвал грунта на грузовой восьмерке, а 11 апреля земля обвалилась в районе Ленинских горок, там, где основной подъемник. Подробности в нашем видео. Уважаемые зрители, сейчас вы можете видеть место нового обвала грунта на Ленинских горках. Видно, что покосилась опора световая, которая находится как раз на месте разлома земли. Надо отметить, что поперечные трещины пошли по всему Волжскому склону в районе Ленинских горок, от основы тюбинговой трассы до основного подъемника. Невооруженным взглядом видны большие поперечные разломы грунта, которые расположились поперек Волжского склона. Чуть ниже также видны трещины и возможный провал грунта. Здравствуйте, скажите, а вы за склоном наблюдаете, да? Ну и как, он ползет? Сильно за выходные? Не очень? Уважаемые зрители, вот мы добрались до основного провала в районе Ленинских горок. Также очевидно, что обвал увеличился. Возможно, на это повлияли дожди, которые прошли в минувшие выходные. Областные и городские власти продолжают настаивать на том, что ситуация находится под контролем, а причиной обвала стала насыщенность склона влагой. Мы продолжаем следить за развитием событий. Валентина Никонова, специально для портала missonets.ru.